Купальный сезон закрыт. 17 сентября спасательные станции по всей республике завершили свою работу. Лето закончилось, жара ушла, опустели и пляжи. Дежурство завершили спасатели. По окончанию пляжного сезона оборудование все спасательное было перевезено в наше подразделение АСП города Бандеры, где оно находится на хранении до следующего года, до начала пляжного сезона. Пройдет подготовку на крепкость, на стойкость, чтобы оно соответствовало всем нормам. Граждане, отдыхающие, которые захотят в этот период поотдыхать, покупаться на пляже, будьте внимательны. Спасатели дежурства на пляже закончили в этом году. Все в ваших руках. За купальный сезон в Днестре утонули 14 человек. Большинство трагедий произошло в неустановленных для отдыха и купания местах и в случаях, когда люди пренебрегали правилами безопасности и заходили в воду в состоянии алкогольного опьянения. Искушали судьбу и дети, отдыхавшие на реке без присмотра взрослых. Так, двоих подростков 16 и 11 лет, тонувших неподалеку от городского пляжа, вытащили из воды спасатели. За ними не присматривали, самостоятельно купались, тонули за территорией самого пляжа, то есть в запрещающей зоне. Спасатели услышали крики о помощи граждан, что тонут люди, подбежали, помогли вытащить детей на берег. Оказали первую медицинскую помощь девочке, потому что девочка была в бессознательном состоянии уже. Было вызвано скорая медицинская помощь и направлено в Бандерскую городскую больницу, где их обследовали и лечили. Всего за время купального сезона приднестровские спасатели уберегли от гибели 8 человек. 5 из них – дети. Жанна Настас, Елена Арасланова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.